Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Петя, поздоровайся. Здравствуйте. Хочу рассказать, что квоту дали, знаете, через 4 дня. Позвонили, то есть мы были в четверг, то есть пятница, суббота, воскресенье, в понедельник позвонили. Понедельник же, да, позвонили? Да. Понедельник позвонили на четвертый день, сказали, что квоту выделили и будут делать операцию. 15 сентября мы обалдели. Ой, я, может, записала на 31 к врачу, к терапевту. Ну, дабы там все анализы, всякое такое обследование. Ну вот, я понимаю, что мы просто не успеем. Я говорю, так, говорю, все, иди. Он пошел к терапевту, ему там все сразу написали, слава богу. Он уже там кое-что прошел. Сделал ЭКГ, осталось анализы. Вот 3-го мы поедем на обследование НМГ, по-моему, ног. Это вот там будут тыкать в ноги, что-то проверять рефлексы, наверное, какие-то, да? Не знаешь? Ну, он сказал, что будут втыкать иголки в ноги и, да, и в спину. И в спину? Да, и в спину, в зону позвоночника. И будут проверять прохождение нервных импульсов электрическим током. А, фу, как... Тю. 40 минут будут делать. Стоит это 2500. Во всех клиниках по-разному. Где 2900? Честно скажу, я 2500. Мне в интернете вот так мне не попалось. Попалась мне эта клиника. И, в общем, 2500. А так есть даже 4500. Вообще цены такие, конечно. Вот. И так посчитали, что 1 числа, которое им назначили анализы сдавать, ну, как бы они пройдут, это надо позже делать. Ну, анализ крови там клинический. Нет, не клинический. Да, клинический. Клиника, общий анализ крови. И моча, да, там срок. Есть еще биохимический. И биохимический тоже. Биохимический. Нет, я имею в виду, тоже надо делать. А, да. Да, ну вот. А срок 2 недели. То есть, как бы там по подсчету мы уже не успеть. Вот. Потом сходил муж. Узнал, у нас вот рядом есть лаборатория, там, где можно сдать анализы. Ну, клиника, там лаборатория, соответственно. Узнал, что вот эти вот какие анализы сроком 2 недели. Ну, врач так странно посчитал. Я тоже когда-то пришел, сказал, что первого сдавать. Я так и думаю, ну как-то это мало. Надо, ну хотя бы 3-го, 4-го. В поликлинике в районе биохимический анализ крови делается 10 дней, это минимум. А могут вообще не успеть, даже за 15. То есть даже вот так. Да. Она сказала, что можно просто не успеть с анализом крови биохимической. Ну вот. В общем, придется идти в платную, что надо платно сдавать анализы. Ну, тут главное, чтобы продублировать те, которые действительно только 2 недели. Да, да, чтобы как бы успеть сдать. И дай бог, чтобы анализы были хорошие. Но он мне, может, сдавал недавно анализы. У него только был повышен этот холестерин повышен. Вот. Много сыра ел. Переел сыр, творожную массу, творожную массу, перешел на просто творог, перестал есть сыр. Ну, в общем, 15 числа операция, поедем туда к 9 утра. Вот, ну что, моя знакомая говорит, если будет хороший врач, если будет... Замечательно. Давай быстренько, там машина будет замечательный врач с руками, специалист, то он, тогда все будет отлично, и она быстро оправилась, быстро пришла в себя, стала и садиться, и ей ходить, то есть не вот эти вот две недели, три месяца, то есть вот это все. Ах, как бы реабилитация. Господи, ты, боже, думаю, не выговорить стало. Так, Петя, слушай, я уже сказала правильно. В общем, она очень быстро оправилась. Очень быстро. Не то, что до этого, которую она делала операцию, там, да, дольше. А здесь просто, говорит, это врача золотые руки. Ну, дай бог. Но он сказал, как в Поленово есть хорошие врачи, как и во Вредено также, и также рукожопые есть везде, в любых клиниках. Поэтому
Ну что делать? Что делать? Ну, дай бог, чтобы был хороший врач. У нас опять амнезия на секунду была. Когда это он сказал про врача, я такая, да-да-да. Так в голове так прокручивала эту фамилию врача. И потом так и стала думать, так, это надо спросить, это надо спросить, это надо не забыть, это, и все. И вот это не забыть. Единственное, я стала смотреть по внешнему виду, потому что этот сказал, что врач подходил. Я видела, зашел мужчина, поставил, посмотрел на снимок, посмотрел, пошел и ушел. Пошел и ушел. Да, посмотрел. Вот. Поэтому не знаю. Надеюсь, как бы зрительная память у меня хорошая. Надеюсь, я не ошиблась. Это вот этот вот. В общем, так, представляете, мы не ожидали. Это так быстро. Сам врач сказал, вот, который принимал, консультировал нас, что будут рассматривать в течение 2 недель, а потом еще... Вот, посмотри, сколько мушки. Ты видишь мушки вообще? Глаза по... А потом, ну, когда позвонят, еще через 2 недели будет операция. А тут буквально все, я же даже не ожидала. Так что вот, ну все, все новости. Сейчас, секунду. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарий. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья, не болейте. Ну, чтобы вас никакая операция не грозила. Ну, а если операция... Все-таки операцию не избежать, то тогда, чтобы квота вам выделилась очень быстро. Вот, исполнение желания. Петенька, скажи до свидания. До свидания. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважение. Ой, взаимопонимание между разными вероисповеданиями. Всем до новых встреч. Ну, мое такой ветер. До свидания.